гунов. Мне не нравятся кочевые механики. Вам нравятся кочевые механики? Но я играл за... О, Венец, знакомая тема. Давайте как в этом, в... как эта срань-то называлась? Подождите, я сейчас вспомню. Я забыл. В Сёгуне. Типа, вы будете за этих, за Венедов, а я за Склонин. А сейчас сасаниды такие маленькие. Они же потом... Они же до Анатолия самой доползли. Я за Саксонию забрал еще всю территорию, которую... Надо, короче, одиночная компания. Ну, понятно. На какой-нибудь средней сложности, да. На средней, да, я забыл. Лахмиды. А что, вы не хотите за восточную? Ну, не, я вообще подумаю, просто мне кажется, мы реально просто отъедем. Будет очень долго точнее отъезжать. Я просто понимаю вообще, что здесь есть. Я играл, по-моему, за год, короче. Прикольно. Давайте, пробуем. С Богом! Только, блин, реально, я не знаю, там же какие-то тактики там есть. Да, да, короче, надо провинции терять просто. То есть нельзя их оставлять, потому что будут там какие-то дебафы жесткие. Нужно просто выводить легионы и просирать их военным путем. Страда такая. Что? В смысле, нам нужно как-то концентрироваться? Да, вам нужно просто... Ну вот, не получится контролировать все территории, которые у нас сейчас, и нужно выводить легионы из провинций, сосредоточить их там, где нам надо. Знаете, например, вот... Продумал так. Стратегия. Знаете, вот, например, есть такой... регион называется Италия. Ничего себе. Знаете такой? Я что-то слышал, говорят, был. Его Наполеон захватил. Как это во Франции? Как бы Наполеон захватил его во Франции, если бы. Если Наполеон и так Франция. Ну, ему же надо было, типа, что-то... короче, отстань, пожалуйста. Я слышал, то, что у Римской империи есть имбовые юниты. Катафракты! Да. Именно они. Которые сносят вообще все. Да. Это... Я одно время смотрел кучу видосиков. На пропусках. Чё вы делаете? Я остался на пропусках. Так, технологии... Кучу видосиков, короче, там, где показывают. Кричите, блин. Бои. Вот. Короче, что здесь у нас есть? У нас есть сасаниды. А чё чувствую, что весь низ я потеряю? Ну, как бы я не думаю, что это здесь очень применимые знания, но исторически из этой срани, которая здесь в пустыне показана, поступала вся пшеница в Европу. Надо смотреть. Ну, Египет и вот это вот, более западная хрень тоже из Карфагена. Карфагена, я вижу, да. Да, здесь очень высокая фертильность. Но это действительно странно, как они здесь показывают. Это какая-нибудь там, я не знаю, Сиция, ну тот же, вот, Верона, например, да? Здесь, ну, просто какие-то идеальные условия нарисованы для того, чтобы растить. И фертильность здесь тоже отменная, ладно. Ну,
Блин, я же уже воюю какими-то этими... А, у меня связь с визиготами. Блин, тут два стака, короче, прямо в середине территории. Что за говнище? Ну, вот почувствуйте, как, какова семья была. Вы в войне с ними? Ну, а, да, я имею в виду, сколько у нее якубов-то было, помните? Так, сейчас, я что-то вообще уже забыл, что как делать. Так, я могу нанимать чуваков из дружественных хор. Так, ну давайте реально определимся. Мы будем... Будем ли мы помогать Сирии? Так. Блядь, я нихуя не хочу. У меня еще мажор динамик. Дипломатик пенальти. Так, хотя бы жрачка есть, все хорошо. Я не знаю, я вообще раздумываю, что делать с этим побережьем. Ну, слушайте, или нам нужно здесь на... вот здесь вот в районе, ну, собственно, Египта, наращивать очень сильный контингент какой-то, чтобы не пропустить вообще в Африку всех этих сасанидов и прочих херов. Но мне кажется, мы в Европе... Мне кажется, просто... Во-первых, нам тут давить севера, всякое говно. Да, это абсолютно точно. Стоп. А как сейчас у меня, не пойми, что происходит. Так что скоро это к вам пойдет. Британию я просто бросаю, да. Да. Потом, что у нас, значит? Ну... Египет, в принципе... Не знаю, как получается, что вот, типа, вся эта побережье Сирии, она просто дико широкая, и мне кажется, там вообще... Ну, знаете, вот, как я вижу свою оборону, это нужно строиться по Альпам и эту, и Испанию защитить. Остальное пусть забирают. Строиться по линии... Ну, вот, типа, вот от Альпов идет. Примерно Эдесса находится где-то. Эдесса, это где? Мне, кстати, казалось, что... Около Антиохии. Херсонес был в этом, в... В Восточной Римской. Потом там... А, они захватили его. Типа, я вообще не могу содержать всю Сирию, потому что, блин, это говнище, они вообще. Она широкая. Туда сатанины придут, и типа, и все. Ну, подождите. Ну, типа, вот по Анатолии тогда будем отбиваться, или как? Блин, ты можешь нарисовать вообще? А здесь, наверное, есть, кстати. А, есть, да, короче, я планирую как-то вот так, короче. А, да. Ну да, по Анатолии, типа, вот так. Ну, Эдессу тоже, наверное, защитим. Ну да, Эдесса, Антиохию. А Эмесса это какая провинция? Да, это та же провинция. Ну, то есть, наверное... Я боюсь, что слишком глубоко. Ну, какой-то буфер ты должен быть. Ну да, чтобы типа здесь, короче, вот в этом районе. Ну, отступить, я думаю, мы сможем дать... Как называется? Египет, я думаю, брошу вообще, в принципе, потому что там, конечно, зерно просто спает. Типа, блин, надо сейчас... Мне кажется, север нужно больше проблем, вообще. Хотя я тут тоже... Че, у вас там престол Пентархии, ни хрена себе? Где? В Египте. Че такое Пентархия? Давайте, короче, на Сарацин просто объявим крестовый поход. Они еще не эти. Не исламисты. Но для провокации как бы завезем просто несколько в этот, в Испанию. Скажем, что они захватили, короче, Испанию, и реконкисту объявим, и так пройдем
по Африке, но там все наши пока что, поэтому сопротивления не будет. И дойдем до этого, до Иерусалима. Ой, тут сколько, короче, тут у них есть другие исследования вообще. Ну да, типа у нас супремативные технологии по сравнению с остальными сейчас. А, ну, короче, греческая философия, короче. Хотя, с другой стороны, может, наоборот, надо это военку Военку пойти. пойти. Я пока военку поставил. Там, где Там, где больного больного копеечки копеечки дают, дают, да, да, лучше же, кажется, кажется, военку военку копеечки копеечки купить, потому купить, что потому что они они сейчас сейчас важнее. важнее. Я уже Я уже забыл, забыл, что что у у них них свои свои какие-то какие-то здания здания везде, везде. что за жесть. Кстати, если... Форт. Знаете, какая проблема с тем, чтобы отдать провинции африканские? Какая? Мы же потеряем тогда статус этот. Я забыл, как у них. Море. Короче, Нужно ли? у них будет доступ во внутреннее море, и они будут нас по портам хуярить. А типа Хотя тут, потом... я не Я не знаю, знаю, как это как это можно можно все содержать, держать, держа армию внизу Ну, на и... самом деле, серьезно, давайте отступим. Что у нас по войскам вообще? Я на Я на самом самом деле деле мало мало войск. войск. У меня У все... меня какой-то Какой-то полуживой полуживой легион, легион, который, который... типа, У меня все полуживые. еле вообще не Вообще не выполняется выполняется почти. почти. И парочку Парочку легионов легионов здесь. здесь. Где у меня Где у вообще меня вообще хард-вар хард-вар в этом? в этом? И... Верни легионы. Так, один здесь. Еще один здесь. Еще один здесь. 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 Ну, Но что-то что-то не не густо, густо, не не густо. густо. Знаете, сколько мне Что лет? делать у меня с атаками этих говнарей? А они именно враги вам? Ну, они Но они прям прям красные, красные, да. да. Ну, во-первых, впишите меня в войну против них. А я не А я не знаю, знаю, как как это это делать. делать. Ну, через Сейчас, дипломатию. подождите, я вообще Я посмотрю, с посмотрю, с кем кем я я воюю воюю изначально. изначально. А вы помните видос этого О, Ярмфа? Господи, Боже. Боже. Все Все очень очень плохо. плохо. Я Я уже уже воюю воюю с с гуннами. гуннами. С черными? С Самыми, самыми, ну, с что гуннами, ли? короче. Да. Вы видели видос того чувака только... Ну, помните, там... у него же момент был про... Factions I'm at war with now. Да. Так, Так, может может быть, быть, эти эти товарищи товарищи захотят захотят со со мной мной пис пис заключить. заключить. Я Я даже даже заплачу заплачу вам. вам. Возможность нанимать войска в дружественных ордах, проходящих по землям Рима. Ну, это вообще Вообще какой-то, какой-то максимально максимально бесполезная бесполезная хрень. хрень. А я не знаю, ну просто я не очень понимаю, как это сделать. Типа я могу на этих пидоров крикнуть и... Они Они просто просто потом потом появляются, появляются, типа, типа, ну... ну... А, типа что, я могу нанимать варваров. Супер. Или как? А, они как эти, наверное, как наемники будут. Да, Да, блин, блин, что-то что-то как-то как-то вообще вообще не не весело. весело. Вы, Вы, кстати, кстати, тоже тоже воюете воюете фига фига чуваков. чуваков. А я сейчас не могу посмотреть дипломатию. А А я я вижу вижу азготы, азготы, юты, юты, саксоны саксоны и и кварденцы, кварденцы, не не знаю, знаю, кто кто это это такие. такие. А, А, вот вот это это чуваки, чуваки, которые которые вот, ну у со меня в всеми принципе всего возможными. 4 этих врага. Блин, Юты значит, уже плохо. где-то Это далеко. говна. Саксы тоже где-то далеко. Асготы, они у вас сейчас примерно. И Так. квады, у них даже есть земля. Короче, что?
тащишь. Нанять тут копейщики. Так, я думаю, этих тварь станет достаточно много, хотя надо будет выдумать. Я лучше поставлю. О, господи, мечники, копейщики. Нихера не знаю, что это происходит. Или нужно застрелить? Не, вообще, наверное, нужно. Так, ладно, здесь еще более-менее, нам тут просто строится. Так, этих вытаскиваем Манда. Блин, как думаете, вот видите, где альпы заканчиваются? Сейчас, секундочку. Я вот просто размышляю над тем, нам, чтобы сообщение сохранять, стоит ли вот здесь вот удерживать линию? Или можно мне... Мне отдаться посуда, а вам посуда. Я думаю, я пытаюсь как-то, может быть, даже занять эту область. Ну, просто это ж... Это ж... Я по-моему, могу заселять территорию, или не могу. Не знаю. Короче, вот это занятие, что нам, мне кажется, хорошо все кроет. 10 самая жара будет. А вы аж туда вы выходить хотите? Ну, мне кажется, вот план максимум это вот здесь обороняться. Ну, то есть, по-моему. Нет, да, они просто для себя чистят. Хотя они, по-моему, здесь река, они не перейдут, по-моему, ее, если по-моему, нельзя. Нет, они не перейдут, конечно. Насчет, да, значит, нам надо здесь обороняться. Не понимаете, ну, если я проявился здесь, то... построить флот, чтобы гасить этих сволочей здесь. Надо в будущем, я думаю, сейчас это не... Ну ладно, пока я не буду отстраивать провинцию, это все равно. Вот эту. Я внутренне, наверное, внутренне, что-то отстраиваю. Да, конечно, надо внутренне отстраивать. Криэрдикоритаж, шерширейли... Блин, тут надо, короче, у них всех это... У вас латинское христианство? Не знаю, что... Нет, религия. А, нет, бля, у нас разные религии. Да, нет, отменить. Так, ну... Жрачка не нужна, пока что с ней вроде все хорошо. Так. Константинополь минус 6, и все с нас говорят, куда шибись, при том, что... Чу-фу-фу тут, а, жрачки не дожрачивать. А что там еще за проблема? Это хода там не сдалась, окей. А где посмотреть жрачку в провинции? Ну, на провинцию кликаете, и там в общем экране слева. Такое окошко маленькое. Ну я сейчас буду засеивать, короче, итальянские поля. Так, что здесь такое поля? Были дикие проблемы с жрачкой, конечно же. Ладно, хрен с ним, короче.
как думаете, нам стоит переконвертироваться в одну религию? Мне кажется, это сейчас не сильно важно. Ну, прямо сейчас нет, но... Короче, ладно. Хорошо. Так... Здесь пока ничего не будет строить. Это что-то, конечно, только село, непонятно, что с ним строить. Да застраивайте просто на все деньги центральной провинции пока что. Постарайтесь обеспечить их едой, типа, потому что скоро мы просрём Египет, и нам придется где-то самим доставать еду. Рафаэлин, кстати, может получится удержать. Что-то я слишком оптимистично это смотрю. Так, ну, наверное, форум построить чуть-чуть. Там Павлин форум и деньги. Интересно, почему акведуков каких-нибудь нет? Там есть Waterworks, типа такого. Блин, на вас плохо влияет наличие этого, на английского перевода. Я его повышать не тарифию. Блин, сложно игра какая-то вообще. Не то, что все не ставишь там пушки и прожим эти огненный огневой мешок и эти. И картечь. И там идут такие чуваки. Или мимо все эти. У вас прекрасная интерпретация. Так ладно, все, энтер. Что? Блин, еще же там всякие пройдут. Е-мое. Срань какая-то, ёбаный театр. Ещё жену кому-то надо сказать. Ух. Я уже забыл. Так, а мы наследник, короче. Да, вали. Ничего не могу его нигде. У меня есть провинция Вирун. Блин, еще, короче, кучу супернатор каких-то. Название еще. Окей,
меня, кстати, очень мало вашей религии, на самом деле. Очень мало распространена? Да. Но конвертироваться я могу. А вы... То есть реально можете? Не ваш, не ваш. В смысле, вообще другие. Сейчас я смысл, сколько ваш. Я даже не вижу. Вообще очень мало. Я подозреваю, что ваши умнейшие люди. Это даже папа стоит. Мы с вами торгуем? Да, мы с вами торгуем. А где вы нашли, как конвертироваться? Кто вообще мой папа? Это химный папа. Торговли плюс. Вот, вроде нет, сейчас сплю. Я теряюсь. Блин, у меня римского язычества больше, чем латинского язычества. Язычники. Правда, вашего у меня совсем нет. Они не хотят со мной дружить. Ладно, все, короче, я заеду. Да блин, какие политики есть в стране. А, боже, в этом вот food production, это хорошо. Construction cost, это хорошо. Religion influence тоже хорошо. Christian progress тоже хорошо. Пускай будет трэш, короче. Где-то еще у меня есть. У меня ни одного губернатора нет, принеси, не назначено. Так, все, там нет, еще что-то надо. У меня нет больше чуваков, которые я мог бы это держу. Держать Карфаген или нет, не знаю. Что, а, ты думаешь, что тебе захватывают, ты думаешь, что тебе оставить. Карфаген, наверное, же довольно жирная провинция, это мне не подозреваю. Карфаген? Какие там гарнизоны у меня вообще? О, да, ну это, конечно, жесть. Три человека гарнизон, три отряда, жесть. У него вкладываться придется до хера. Ну ладно, пока не нападают, не буду рыпаться. Легион пожрать веду в сам Карфаген. Так, легионы... Сперва нападут на этот несчастный город, надо было бы на него укреплять. Ready for battle.
Я провел великолепные армейские реформы. Я распустил всю конницу. Чем-нибудь конструктивное я могу сделать. Я могу построить. И здесь. Блять, местное производство так жирно будет. Фертильность у нас здесь отменная. Эти поля. Так, Антия. Прожимы идут. Так. Деньги от моей военной реформы закончились. Блин, какие все гордые. Каким нужно быть охуевшим, чтобы объявить войну Римской империи, блядь? То есть я понимаю, как когда варвары приходят и селятся типа в наглую просто. Так, это у нас патрон. Ну, пойдешь в Рим. Как регион. Регион-то называется. Италия. Блять, денег на губернаторов не оставил, идиот. Много мусульман. Где у меня производство есть? Наверное, здесь буду производство и пашется. Производств нигде нет.
Знаете, пожалуй, здесь все-таки. Греция? Да, с этим проблемы. Надо великую Грецию просто. Спасибо. И, блин, у всех вообще по стаку все стадии. Вот у меня там какие-то оборванцы в стадии. Где мой стак отличный? Ну, кстати, в стадии наверняка нет армии тоже. Что у нас? Меткий стрелок, ну какого хуя? А какой у нас из генералов имеет купец? Славян, мы же вам построили в итоге этот монумент. Да, с самого нижнего класса. Знаете, я сейчас. Пятого века. Пурпурного цвета. Спасибо папаше за то, что подарил мне эту тогу. Так, мои военные реформы продолжают развиваться, и я распустил 30-й легион. На полученные деньги мы... Нет, я не ради денег распустил. Я распустил ради... Блять, его нельзя на этом же ходу назначить. Ну ладно. Я могу просто порушить здание. Это мне даст денег? По-моему, да. Хотя я не уверен. Нет, это не даст. На этом же ходу не даст. А на следующем ходу у меня будет просто дохуище бабла. Хуже. Мне интересно, кстати, вот у меня есть брат, ему 41. Какого хуя мне 16-летнего пиздюка поставили императором? Блин, вместе с этим Али своим мейнтейн 400 юнитов. Типа отряда, что ли? У нас сейчас 92, нужно 400, представляете? Знаете, я настолько пиздюк, что я не могу, короче, даже в самой подсосной должности в Сенате занимать. Я император, блядь. Еще у вас побитые отряды там уже. Ну, с такими начинаю. Ага, тоже. Ух, тише меня отстало, господи, какие мы там. Те же сратые франки, которые могут больше отряда выводить. Ну, выводить-то мы можем много. Сколько у вас прирост сейчас? 5600. У меня 8400. Я ничего не рассказал. Что, у меня 8600. Два стакта этих стран физиков. Ну да. Я там еще паспорта лапа. Надо, наверное... А, я не могу набрать войска, потому что у меня денег нет, блядь. Ну, наверное... Вот, я сейчас скажу, уже битвы тут.
Я решил снизу, раз конец таскать, я перетаскивать их просто на север. Стоимость найма... Производство пищи плюс 20. Вопрос коррупции, религиозное влияние. Стилянская миссия. С коррупцией у меня, по-моему, проблем нет. Хлеб и зрелище. Хорошо, давайте. Где там я еще могу? Великая Греция. Блядь! Сдохните сюда. Сейчас пойдет. Это на самом деле довольно забавно, как у меня просто за... За несколько дней до этого так потихонечку легион такой. Что это такое? Вы видите? Нет еще. Вы должны меня позвать, чтобы я увидел. Что касали порч. Нет, точно нет. А что это за город вообще? Какой-то сратый город. Ну, короче, я не знаю, мы можем побывать, конечно, но это типа такой... На вас напали? Да. Так, зависит от планировки города в основном. Ну, давай посмотрим, что это планировка города. Ну, вы понимаете, да? 30 портатов. В цвете. Вы, кстати, поняли мем про Калку? Про что? Про реку Калку. Нет. Блин, так вот... Я такой классный мем. А вы не смотрели мои мемы в базаре про картинки в цвете? Смотрел, но что-то уже не помню. Это война ранних христиан против буддистов, судя по символам. Ну, на самом деле, тут такое дело, что римская пехота, она нереально супремативна над всей этой варварской нечистью. Но все равно силы нет, нет, не Мне кавалерию отдайте. Да, что вы можете что-нибудь испортить, типа награды этого ничего. Испортить им, например... Праздник. Или воздух можете мы сборить. Ну, мы можем, наверное, сразу в крепости вставать. Жалко, конечно, что стрелков нет. Да, блин, какие-то вообще бичевские эти гарнизоны, по-моему, даже у славян были лучше. Ну, у славян, потому что эти охотники были сраны. Блин, охотники, да, это вообще не было. Как мы будем вообще без них воевать? Вот видите, здесь форт стоит. Я не знаю, так, но они типа с севера, я могу без баррикады поставить. А хотя здесь стена, на самом деле, мы можем обороняться за... Вот, где рисовать? Я думал, вот здесь стена баррикады. Я не знал, что здесь такая стена. Типа мы можем, кстати, туда встать. Где-то, я не вижу. Где-то. Нарисуйте, пожалуйста, на карте. А, вижу. Они так пойдут такие сюда, мы встанем, сзади будет баррикада, на сцену убьют рано или поздно, если кто хочет что-то. А вы не хотите, в форте встать? Форт, который вот здесь? Да. Вот здесь тут. Я не видел, тут же у нас точка захвата. Да. Да, потому что это намного более лучший вариант получается. Так, да, эта баррикада несколько бесполезна. Угу. Выдайте мне разведчиков. Сейчас, я хочу попробовать. Я поеду в разведку куда-нибудь подальше отсюда.
Поеду разведаю, как там в Константинополе. Правда, такая себе идея, ну ладно, скажи, что она на состоянии. А, что? Сценарий. А, это, короче, типа, считаем это тема. Кстати, странно, что они в штанах все. Делать, конечно, планировочку. Угу. Так, все, мы готовы, наверное, да? Да. Может, как минимум двоечку поставить. Они реально, короче, они как черепах как стали. Ну, римляне хули. А может вы типа в два ряда встанете, чтобы побольше урона нести? Что? Может вы, ну типа двумя отрядами встанете в эту щелочку? Думаете, это хорошая идея? Я уверен. Окей, можно попробовать. Бля, я не там отправил своих, хотя нормально. Арнагар тоже надо вынести. Да, мне кажется, все толкает. Нет, ну вы не в наслоении их поставьте, вы типа один отряд вот так и второй. А, так? Ну да. Так сложно. Даже возможно вот так вот чуть-чуть под углом, чтобы они большая площадь была. Да, неплохо. А что там еще? А, это все наши шмали. Блин, неплохо. Это я еще вижу этот, можно, в принципе, попробовать даже его уничтожить. Ну, мне надо его с чаржи бить по-любому. Я думаю, вы сможете это сделать. Да. Так, на меня уже нападает. Я думаю, важнее, хотя не надо лучников бить, они вам ничего не сделают под этим. Ну да. Так, что у нас тут ситуация какая-то такая? Боясь оружие, да? Да. Слушайте, неплохо бьют. Они победят. Да. Я надеюсь. Так, у нас там чарж. Да. Как неудачно чарж в этих мечниках, конечно. Ну, тактика хули делать. Они под стенами. Кстати, у меня еще один копейч погиб, но из мечников только вот один шаг погиб. Неплохо не так держится. Что там? Как там у нас? Уже не так хорошо. Эти пилоты. Да. А чего они стены щитов потеряли? Не, ну их вообще 15
единственное, что контент менеджмент. Чехошники, блядь. Даже прожимок не делать. Так, одна кава убежала. Так, ну, тут примерно поровну получается. Какое там мясо вообще? Какой боже. Жесть какая-то. Самое тактичное использование длинных копий в истории. Подняли. Их свои же бьют этими луками. Блин, эти как его... Кинёры, они же по атаке вообще... Блять. Чё, сбежали? Да. Ну, возможно, они сейчас регрупнутся. Типа, все равно там побольше. Но... Да. Так, у меня командир держит. Да, я вижу. Так, регрупнулся. О, хрена, там вообще лавина чуваков вообще. Хрен его срали, они чем этим. Последний самурай какой-то. Да! Как да, я сержанул в них последними силами. Сейчас из них начинают моргать, но я не думаю, что сейчас чуваки не выстоят. Они тоже уже моргают. Блин, прожрать ничего, блядь, но нечего. Римляне не сдаются. Да, все убежали. Смешно. Ну, не так уж много они потеряли. Пикинёры, блин, кстати, очень много народа поубивали. Да, славяне как-то в проходах получше держатся. Потому что действительно русские до самого сорца пронесли эту способность обороняться. Рубничники, кстати, мало убивали. Еще дружимся. Там, видимо, какая-то у вас уже тема. А, да-да-да. Я сейчас дойду, короче, секундочку, вот. Хорошо. Или... Ну-ка, я сейчас
Да, я довольно много политики и стратегии осуществил за то время, пока вас не было. Так, так, нажимаем спектейт, да? Да. Спектейт. Блять! Как? У меня какого-то хуя закрылась от сила. Просто не с хуя. Прикольно. У меня загрузка идет, что. Ну, возможно, до вас сейчас дойдет. Я сделал быстро. Меч, кстати, который вот у них там, они такие пососные. Я А, ну я знаю, они там 47 денег стоят, что-то такое. Да, они там вообще что-то. Срань. Я вообще не знаю. Очень точно сделаю. Заебали, подпишите унию. С вами? Да. Где мне присоединять? Дима. Получилось? Мне потом... Приятно играть. Да чем? Типа ходить грабить все? Ну типа да, прям. И... Я столько бред вообще не испытывал, когда разграбил город, как с половиной, по-моему, на какашку. Вы чё, охуели? Приятные ощущения он испытывает. Нужно, когда грабишь города склавинов, нужно закрыть глаза и думать о Гунляндии. Сигуны попадают в рай. Это у вас подсказка там такая, типа? Да блять! Вы прикалываетесь? Опять? Да. О, на самом деле, давайте просто, ну, видимо, придется более старый сейв грузить, давайте просто нахуй рассчитывать все эти бои. Ну, нам не так нужно... Больше урона нанесем нашим врагам. Да, мы нанесем больше урон, мы даже можем отстоять провинции в каких-то случаях, но, типа, нам не так нужны эти провинции. Автосейв, нулевой ход. Восхитительно. Что-то мне там опять придется воевать, да? Ну, я предлагаю рассчитать просто.
Учитывая, что я... Ну, если это до моего хода, то я не скажу... Может, возможно, изменю свое решение. Чё ты там скулишь, сука? Мать труса не плачет. Латинская пословица. Это уже ваш. А, то есть мне сейчас снова мне дадут пальцу, да? Ну да. И она уже рассчитает, естественно. Хотя там вы выбили ему награды. Возможно, стоит еще раз. Хотя, можно попробовать. Ну да, можно. Ладно. Блять, как уху. У меня, походу, откатилось все мои действия. Ну. До завтра. Потом уже все установить. Так, это у нас хороший какой-то там. Нет. А, нет, не все откатилось. Я, оказывается, забыл одну кавалерию распустить. Да, ничего не откатилось, все нормально. Такие проживания мне не нравятся. О, теперь вдвоем, да, приперлись, да? Ну, зашибись. Ну и чтобы вы точно не стали... Нет, я кошка на старт резолвал. Так хрена тут мучишься. Где это происходило-то? Это в Греции где-то? Это Скупи. А, вижу, вижу. Что они там осели? Блин! Бля, попробуем еще раз. Здесь довольно хороший шанс, на самом деле. Сейчас я гляну еще разведку. Просто блин, если меня до этого дерьма. Я их уничтожу всех сижов. Бля, здесь ладно. Город нормальный со стенами. Хотите попытаться? Тут типа армия давайте, превосходящая. А, нет. Тем более с моем, можно спать, да. Попробовать сделать. Да нет, корабль-то у нас один с подсосами. Нет, типа, в плане того, что... Во-первых, они хуже сражаются. На море? Да. А, ну да, я вспомнил какой-то OP. Помните, как когда... Да. Там просто какая-то жесть была, там такое мясо. Типа там 10 кораблей с отрядами по 120 на один корабль с отрядом 80. Размер такой. Блять, пожалуйста, не вылетай. Фух. Сук. У города 3 входа. А, есть баррикада. Попробовать с моря. Да, это довольно тактично и... Подождите, у него есть таран? Или мне кажется? У них нет тарана. У них типа армия, у них нет флота. Это типа
корабля. Вы думаете, не у них у грузовых кораблей есть тараны? Ну, она что, стреляет, что ли? Нет, просто я мне показалось. Так, а, вы мне дали корабль, правильно? Да. И кавалерия. Да. Кавалерию, типа, можно попробовать кого-нибудь выбить, когда они высадятся. Ну, я, типа, наверное, просто в листочек. Да, да, они там спрятались, пускай там сидят, потом что-то сделать. Готово? А, я у них какой-то еще. Сейчас. Подожди, я тогда поставлю сейчас корабль сразу напротив них. Могу это делать? Ну, нихрена не могу. Я куда вообще могу поставить корабль? А, нет, я могу. Блин, это не стоит отправлять корабль, это наш командир у вас на корабле. Лучше вы его отведите в форт все-таки. Хорошо. То есть высадится, да. Окей, ладно. Тогда включайте. Какая здесь тактика. Мы сокрушим его! Знаменитый... Римские математики. Я вам туда его отдам. Давайте. Блин, а что же делать вот это? Он может теперь себя ёбнуть кнутом. Ну постарайтесь выпилить им, наверное, командира. Блять, они не могут в тестикулу построиться. Можно поменять? Да. Страшно. Попробуем стрелять с командира. Да, кстати, у них же эти пушечки есть. Стреляйте, чего? Не хотят. Пидоры. А, ну лучше его, конечно, выстрелить, но это прям была лучшая идея на свете. Вы убили 0 человек. Отступайте нахуй. Троих убил. Да? Нет, у лучников. Вы потом пальнули по кругу. Мне написано, что... А, ну я имею в виду, что вы пальнули по командиру и никого не убили. Ну, слабовато, типа, согласен. Так, сейчас попробуем что-нибудь, может влететь в командира сзади, Бля, чё они делают? Так, короче, я войду в командира. Давайте. По крайней мере, вы отличаете его пока что.
Можно взять за ничего по-моему. Если ходить, конечно. Ну, тем, мне кажется, без разницы. Ну вот, прожимайте этим ребятам там. У вас, наверное, регрупнутся сейчас эти. Да, хрен мне не пробить эти. Там я, блин, я убил 8 человек, вы понимаете? Да. Ну ладно, я думаю, это простер как бы гарантированный. Можно просто на четверной скорости. Да стреляйте по этим, я думаю, не огненными, а обычными стрелами по вот этой толпе. Знаете, не так уж плохо пока. Хотя то, что он помогает этот огненный выстрел. Наверное. Потому что я сейчас просто стрелял по ним и они сразу такие эти убежат. Командир идет. У меня уже патронов получше не так много осталось. Отступайте ко мне. Блять! Ну все, короче. Как все хорошо. Ну, славяне бы здесь затащили. Да, верно. Но потери тоже неплохие. Да, намного лучше, чем в прошлый раз. Там, конечно, другие соотношения войск были. Я, походу, не смогу легион вывести с этого.
Давайте быстрее, блядь. Так, ну это минус провинция. А, они осадили пока. Нет, стоп. Второй еще что? Сбалансировали. Че, вот какая-то осада? Да. Но это лучше, чем если бы я оставил там легион полуживой. Так, что мы имеем? Ничего хорошего. На самом деле, что здесь можно сделать, мне кажется, это собрать нормальные легионы и ходить просто давать им пиздов. Потому что армия-то у нас сильнее, только она рассредоточена. У вас не будет тысячи денег? Будет. Это можно пробовать попрошать, по-моему. Да, вряд ли нам кто-то даст. Я понял.
там косарь? Тысяча триста. Ну, начинается. Чемпион вообще полезный, я не помню, что им надо делать. Че еще раз полезные? Чемпион, они вообще полезные? В смысле? Кто это вообще? Я забыл, что они делают. Это род войск или что? Нет, командиры, агенты? Да. Ну, они могут убивать врагов. Ну, этих вражеских генералов вот могут. Я хотел нанять либо кристалл, либо чемпион. Кристалл лучше. Ну, у нас, наверное, будут религиозные проблемы. Давайте. У вас тоже на латинском называются все должности? Ну и вообще все такие штуки? И войска? Military Count, Realm Master of Commander in Chief, Master of Office. Ну я просто... Даже на русском типа тут магистр офицей, магистр армий. Не, у меня не так. Просто английский называется, типа, ну, нормально. Бля, чё эти начали, бля, типа, выделить, что ли? Да. Чё, рот взяли и выделили нового начали. Зашибись, это, типа, мега-тактика. Так, ну, я ничего не смогу больше сделать. Не могу я провинить. Не хватает чуваков. Грейтунги воюют с гуннами. Все, как кому-то нужно. Знаете, где Карфаген? Да. Посмотрите сюда, пожалуйста. Да-да, чуть. Они ваши враги, да, двигают? Нет, они еще не объявили войну, но что-то мне это не нравится. И я могу сейчас или отправить третий легион в... Константину, там ни хера войск практически нет. В третьем легионе. Думаете, они выставили вот этого стака, который... Ну, это стак каких-то, блядь, людей в рубашках. Я просто не вижу, что-то. С прощами. Ну, ладно, я думаю, стоит пытаться. Если они не выставят, то нахер мне этот легион, собственно. Что? Ну, так, Фига себе, у него типа там минус 49 порядок общественный деминий. Еще минус 46 будет настоящих потушков. Почему? Почему так много?
46. Даже когда грабит, нет такого падения, интересно. Главное, рим держите. Хорошо. Все, что от вас требуется. Жрачка минус 50. Вообще в империи? Нет, у вас время. Ну, в смысле, в провинции. Ну, я строю эту срань. Вообще, по идее, времени должно производиться до хера жертвы. Я в провинции вообще считал. Да, я понял. Тима, малыш, заткни ебальник свой. Окей, хотя бы назначил губернаторов. Найти, кто у нас здесь. О, у нас появилось латинское крестьянство. Ну, это очень хорошо. Это кто? Хорошо. Ого. Окей. Сначала надо бабло завести. А? Повесить? Ну окей, я отведу-то? Да. Там такая-то шелкнется. Thank you.
Thank you.
Ты Кайлка Армата сказал, а Никачан, верни аниме. Здесь? Да. Я не знаю, что мне делать, если мне кажется, что тут, типа, по-моему, бесполезная попытка что-то сделать. Ну, я не знаю, как вы вас состоите. Я. Рассчитывать, конечно. Да ёкперный кинотеатр. Вы, блин, на что называетесь? За мат извини. Чё-то наш план держать эту линию провалился. Отправить вам легион? Да, у меня там есть, просто я ещё не выдвигал. Типа они были такие бичёвские, там мне вообще никого не было. Они убийцы для тех, кто всё. Ой, сейчас что-то начнется. Или нет? Да у них все такие нельзя, похожие. Да, что такое еще? Нельзя, может, купить есть. А что там у вас на регион напали? Да, он, типа, был просто... Учи шел, это я хотел его в город отправить, но думаю, что я хотел отступлю. Да, отступается. Ну, конечно. Да, город. Куны. У меня минус 67 жрач, что так мало. Ой, что-то страдания какие-то идут прямо от маски, сейчас. В одном из как раз-таки аквитанских городов. Блять. Да боже, где это происходит? Все, да в Аквитании. Нет, наоборот. Это... Блядь! О, боже мой. Да на самом деле все не так плохо, просто у него ебало такое, что я подумал, что это гунны. Так, ну смотрите, из хорошего. Карфаген не захватили. У меня это значит, что у меня успели набраться отряды просто. И теперь у меня супрематический отряд. Войска в этом регионе. Хотя... они грабят. Ну, блин, восхитительно. В принципе... Нет, я не буду им ебать, кстати. Одиннадцать тысяч денег. Ох, так, что у нас здесь? У нас здесь есть аптекарская в Одессе. В Одессе у нас что-то строится, по-моему. Нет, Одессе там ничего не строится. Там не надо, там хороший. Эти пускай сидят, а что такое? Смотри, посуда, вот я им на шару отдаю все. Ну только с Аквилеей, пожалуй, я начну защищаться.
Вам, наверное, придется им всю Грецию отдать. Нет, но... Ну, вот в купе я тебя верну. А вы прям захватывать город хотите? Да, да. У вас войска... А, у вас нормальные войска, да? Там северочка какая-то странная идет. С севера движется христианский король и его армия неверных. Что? Если они ходят на Константинополь, то он выдержит. Там достаточно неплохо. Константинополь, там пиздец типа, блин, очень все плохо с этим. О, с общественным порядком, он сейчас будет падать. Это жрачки нет. Поля сломали. Ты Кайлкаарма-то сказал, Никачан среди анимешников, конфа 2019 год. У вас что такое? Я понял, я сделал ошибку в одном. Вы хотели денег занять? Ничего. Я просто думаю, как это так поступить стратегически, чтобы все хорошо получилось. Так, они не дойдут. Но... Просто смотрите, если вы скупо заберете, вы сможете Вими Наки защитить. Кого? Вими Наки. Ага. А они до него не дойдут. Так еще вводим под точно. А у вас эти Остготы не враги? Остготы нет. Вот этот, который Герц, короче, сраные уроды, которые чуркие, они враги, да. А там еще Аланы приперлись, но с ними я не знаю. Ну, по-моему, я не знаю, я бы на самом деле очканул и стал бы держать по Тримонтию Маркианополю. Просто сейчас эти пока они сильно не разрослись войсками просто. Ну, хорошо. Не знаю, даже что делать. Но эти пока стоят, там никуда не пойдут.
Может, денег не хватает, это тоже стандарт. Нет, нет, у меня типа доклады приходят. Мне, кстати, удалось вывести войска из Британии. Неплохо. Это прямо Дюнкерк наоборот был. Сами удерживаем, я думаю, нет. Как думаете, имеет смысл какой-то развивать ресурсы, учитывая, что мы торгуем только между собой?
охлаждали, это просто сколько надо так вернуться нафиг обратно и сидеть как в Константинополе. Ну, в самом Константинополе нет смысла сидеть, у вас там гвардия такая, что любой отряд подойдет. У вас есть деньги? Где-то 800? Здесь зимания нет. Бля. Зачем можно сделать полезно? Установить что ли кого-нибудь? Я могу усыновлять. А я не могу усыновлять. Ладно, хуй с ним. Вы военку исследовали, кстати? Да. Можно даже этих копейщиков прокачать. Не всех, но кое-где Венетия. Кстати. Регион, в котором сейчас Венеция, назывался Венетия. Представляете себе? Ничего не будет. Типа, это была еще такая молодая Италия, и она не могла выговорить, она говорила, как называется этот регион? Венетия. Ну, сразу. Я понял, тот самый город, ничего себе. Да. Это так. Его сосуд, что ли, у вас? Опа, вы вернули скупы. Ой, это добром не закончится. Знаем мы историю. Чувствую, Риму недолго осталось. Так, Юваф, это вроде еще до черты, которую я защищаю. А сейчас штурма... Окей.
идеи за что то, что я с кем-то вам подружил. Что-то оно не как мое. Сейчас. Помните эту тему, да, когда. Да. Блин, вот срак, меня садили еще и вести код. Ну ладно, не хотел. Да. Я вам говорю, отходите. Да я ему уже не могу. Да ты пидор, нахер ты сакаешь город? Бля. Я вижу, в Константине, да. Мне, на самом деле, карфагенты, я отобьюсь. Да что это за странь? Кто это такие? Идёте, что хотите? От карфагена я отобьюсь, но вот как бы они в Испанию не прошли. Чуваки типа в осаде, да, я понял. О, блин, у меня еще и чуваки есть еще. Короче, сейчас будет битва народов. Мне кажется, лучше будет... Я, скорее всего, просто не освалю, но просто, что, мне кажется, надо будет начать с новой кампании, чтобы пересмотреть весь, как и наши. А чё у вас не так? Наши тактики. Ну не знаю, типа, я сейчас тру два легиона, скорее всего. Это очень плохо. Encirclement in этот... In Total War. У вас же враги вот эти вот, которые... А, ну логично, они... Которые рядом с Тримонтием и... Ну вот в этой вот провинции. Будет мясо. Армия в гарнизоне, 18 человек. Как у нас по кавалерии? Да. А почему вы решили, что просрались это легионы? Ну, знаешь, что умение воевать. Ну, а есть какие-то стратегические проблемы, которые этому мешают? Которые мешают нам победить здесь? Которые мешают, вернее, вытащить эти два легиона? То, что один из них в осаде. А. Да, сейчас. Короче, я уже давать не буду, там второй подойдет отряд большой. Да, я понял. Я у него вас передам. Сейчас я отойду. Хорошо.
Да. О, так что мы имеем подозрение. Так, мы ощущаем. Мне кажется, нам... Ну, я не знаю еще, как там будет развиваться битва. Но нам стоит попытаться их разделить. Там же у них будет тоже подкреп подходить. Как-нибудь на этом сыграть. Надо все. Я вот сводить им будет слева. Мы им прям в тупо сводили. Я, кстати, не вижу, откуда подкрепление будет. У вас есть это? Сейчас да, покажу. Бля, у меня вообще что-то очень мелкая карта. Видите? Можете еще раз нарисовать? Нарисовал красный. Короче, если смотрите, какая у меня карта, то тут правый нижний угол. Вот, вижу. Угу. Это очень тактичное подкрепление. Это мои оттуда пойдут, так. Да? Да. Так, у меня есть прокачанные печечки. Вы прокачали уже, да? У вас прошла первая технология? Угу. Я тоже. Ну, она же нормально. Я еще где-то ошибся. Они у вас такие прокачанные, что некоторые без шлемов. Так отправьте кавалерию на разведку. Враг получил подкрепление. Блин, да, они не набиваются прям в этот. Мы так. Так, командир тебя побежал, просто на меня. Так, а на меня, конечно, с самой правой стороны нападает. Так, давайте поузнем, мы типа стратегию обсудим. Я иду пока через лес, подождите, я просто не очень понимаю, что вообще. Куда вы идете-то? Прямо у них. У меня, короче, они с правой стороны ходят. Не против. Так вы будете тех, что справа принимать? Ну, видимо, да, не знаю. Может, оставите какие-то отряды, чтобы их задержать? А основными силами зажмем вот этих вот ребят? Да. А потом общим фронтом типа разъебем тех. Ну, типа, я не знаю. Че, не хочу отряда, это у них как там кавалерия есть. У них там эти, блин, артиллерия, она, говорю, очень неприятные чуваки. Которые прямо по фронту?
А у тех? Да, которые у меня нет. Ну, они с обеих сторон награды. А у этих тоже есть, да. Ну? Я просто те сейчас, которые сбоку, они как-то все так вот все прут куда-то. Они прям, по-моему, стараются соединить, поэтому, возможно, если у меня вообще тупо развернуться, короче, перерезать на них, пока. Ну, если они хотят соединиться, то как раз-таки это не совсем то, что нам удобно. Вам тогда их нужно где-нибудь здесь перехватывать. Я вот и думаю это делать. Но это нужно довольно аккуратно сделать. Визуально у вас побольше солдат, но у них есть конница, так что это проблема, можно не оставить. У меня ну, просто я не знаю, что делать. Они на марш могут вам пиздов дать, не слабых. Но у них легко попадали, она, кстати, все а, ну хорошо. Очень-очень. Very Я, короче, атакую тупо в лоб в этих пидоров. Да, да, мне кажется, это мне лучше, наверное, заковать. Ну, я могу попробовать, типа, как бы пойти прямо, но, да, как бы, типа... А, ну да, кстати, держите на правом фланге побольше солдат, действительно. Левый можете вообще забросить, но, потому что... Но при этом, да, левый вообще можно забить, но при этом, как бы, все равно пушить вперед, чтобы... Да. Мы построиться, так и бочком идти. Сейчас мне надо подумать, так как мне вообще сейчас это как оно выстроить теперь. Так, значит, что я хотел сюда. Сюда. Кавалерия тоже мне так много бросить. Ну, ну ладно, ладно, я вроде примерно понял, что делать, я короче еще такого. Отжимаете? Отжимаю, да. Давайте. Обычный марш, пожалуйста, ребят. Да, это еще что-то приходит. Опа, они на меня перестроились. Противник нашел нашу засаду. Так, я поймал этого героя. Давай, давайте не платим ни силы. Так, они обратно на вас перестраиваются. Так, я секундочку нажму паузу, потому что я прям не понимаю, что где кто стоит сейчас. Так, это хер сюда. Так, это сюда. Сюда. Так, нормально. Кавалерия там сейчас их застреливает. Ну, ваш кавалерия обстрелила, кстати. Люди сломлены и пытаются... Да, мне не нравится. Нам надо, короче, сейчас... О, еще она, которые, кстати, говорят открыто. Давайте, давайте. Пережидите. О, отлично, все. Быстро на нагр. Бегом. Thank you.
Так, а вот тут, блин, нам, видимо, чаша еще. Блин, как же сегодня вот тут? Стоп, подождите, не отжимайте. Блять. Не отжимать? Нет, все, уже под насрать. Что? Почему? Блин, вы чё? Блин, вот это. Точно, что у тебя есть поляризация? Да. Передать? Да, давай, ладно. Дарю. В нее сейчас войдут, блядь. Да скачите вы, пидоры! Моя вроде отчетилась, подожди. Еще ничего не потеряли Так, у меня минус квадрия, походу. Блять. Блять. Мы сейчас слишком расползлись. Уж мясо. Наступайте, пожалуйста.
наступайте хорошо. Уф. Поход нормальный. Хорошо. Тебе еще не хорошо, что ты только понял. Да. А вот меньше ничего, что ты поработал. Ну, очень неплохо. Стало быть, надо в Легион выходить. Да. Хотя бы там 120. Ну, вот уменьши как-то 130-120 обоих. О, ну, конечно, что же могло убить? Но... 30-19 у кавалерии. Убийство, ладно. Вопрос в том, что они не потеряли почти ничего. Бля, он еще и сдрыс. Да бипи, наверное, сказать. А есть чем? Ну да. У меня легион достаточно основной. Тогда не будут встречаться, потому что, блин, жрачки меня нет. Еще и... Они затянут вас просто вглубь Греции, и это может нехорошо закончиться. Они поддерживают, уже не могут отключить. Я могу дойти до обоих отряда, потому что я думаю, что это стоит того. Давайте. Я сохраню чуть-чуть. Что-то может быть, это не самая хорошая идея. У вас Аланы враги? Да, да, они там грабят. Ну, у них не очень много войск, да. Ну, я вернусь. Блин, почему так? В Тримонте у вас гарнизон, конечно, такой, они легко его возьмут. Они его уже грабили.
счет. Хорошо. И давайте вам фотку, да? Потом что мне делать? Мы со следующего пола пойдем. Ну давайте. Я там типа сражение не буду. Мы, по-моему, все вынесли этих.
полгода полностью. Ни хрена себе. Ну это и было вот так все, как я понимаю. Что же именно с этой проблемой? Никто не говорит. Ужас, как деньги уходят быстро. Да. Блять, опять денег на графоген не оставил. По-быстрому прилегусь. Да, я так и знал. Но еще в Испании есть. А что это? То было много по этому, по... О, по рекордам, короче. Вставать можно, что ли? Ну, у меня здесь легион есть целый. Все хорошо. Это я здесь... Четырёх человек. Я здесь ещё двух найму. Одного. Как раз легион. Почти как это вот... Подавитель. Комиссар. Так, все. Я сохраняюсь, ухожу, да? Да, наверное. Это были отличные два хода. Да блин, тут типа каждый ход это какая-то комплексная задача. Люди со всех сторон тут вылезет, и дать сколько не крили. Это какой-то такой, знаете, малышеский экспириенс, когда ты
должен получить удовольствие от того, что страдаешь. Не знаю, по-моему, довольно интересно. Ну, вот что-то есть, я не знаю. Хотя мы вот вроде как отбились от этих. Парашют. Правда, из других парашют. Еще чугуны не пришли, боже мой. Сколько всего интересного сейчас увидеть. Я предлагаю, если гуны придут, мы их убьем. Да, наверное. Но на самом деле я подозреваю, что если мы доживем до рождения Тилы там, то у нас будут просто какие-то суперотожженные легионы. Ну, блин, не знаю, там вот я прям чувствую, как у меня скоро начнется полный жопа, потому что, блин, ну, меня жрачки почти во всех легионах, типа, нет денег, чтобы это застраивать. Или мы подохнем от этих восстаний, или от восстаний там и от варваров. Или, ну, если мы выстоим, то, мне кажется, дальше будет нормально. Не, ну если вы первое время выстоите, ну, да, потом, да, потом ты типа завьёшься, в любом случае будешь сильнее, чем они. И вот. С другой стороны, не знаю, вот у других там проще, потому что у них нет атак со всех сторон, здесь просто не со всех сторон. Ну так мы можем просто отдать им провинции и типа остаться, стянуть войска в центры. Ну, я сейчас так и буду делать. Я тоже, наверное, отдам Испанию просто. Вот, типа... Я почему и хотел перелететь, потому что я зря, мне кажется, полез без дачи, но у вас есть какого-то... Я вам сказал, блядь. Держите вот там. Ну, с другой стороны, мы вырубили полностью вас так, этих чуваков, которые, кстати, собирались к вам. Ну, в Альпах я бы их остановил. Ну, они пошли, блин, не через раз, они пошли. Как бы, они помогли? Нет, они типа... Ну, они как-то в Венетии пошли. Ну, Венетия, это типа там такой проход у Альп. Да. Ну, и я называю это типа линия Альп. Ну, типа Альпы и маленькие кусочки земли по бокам от Альп. И там типа стоят у меня легионы. Линия Альп. Ладно, короче. Да. Окей, давай. Спокойной ночи. Спокойной ночи.